Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ксения. Вот здесь будет мой инстаграм и кнопочка подписаться на канал. А я хочу вас приветствовать в своей постоянной рубрике «Потрачено», где я рассказываю, сколько я трачу в месяц на проживание в Америке. То есть это включает и еду, и какие-то развлечения, какие-то необходимые расходы. Поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Мы с вами начинаем. Всем привет, сегодня второе число, и я заездила в магазин Marshall, заезжала, взяла, по скидкам были два вот таких защитных стекла для телефона, и вот по $4 каждый, получилось, что в магазине Marshall сегодня потратила $9. Также взяла в магазин Target, и тоже по скидкам там все с Нового года распродают, взяла вот такие огоньки от Philips. Они были вместо $10 всего 3. Получилось, что в магазине Target я потратила сегодня $3. Взяла в магазин Burlington и взяла пару вещей. Вот такую штучку. Все еще в поисках идеальной подставки для телефона. Это для CD-дисков, закрепитель. Это, смотрите, какая лопаточка. Так, ну, режете торт, закрепляете, ну, вынимаете и накладываете торт кому-то. Мне кажется, очень прикольно. И взяла эта шубка, называется, вообще называется платье для дерева, для елки имеется в виду, то есть под низ надевать. 5,99, и она по скидке, потому что сейчас распродается. И мне кажется, она будет прям очень хорошая. Она довольно-таки большая, то есть это назад идет, можете завязывать, ну, как вам нравится. Чеку получилось 7,99 подставка для телефона в машину, 3,99 лопаточка для тортиков и 5,99 это по скидке вот это вот платьишко для елки. И по итогу сегодня в магазине Бурлингтон я потратила $19. И заезжала в магазин Goodwill, вот так он называется, первая строчка. Это ну, типа подержанные товары. И что я взяла? Не планировала ничего брать, зато потратила здесь ого-го. Вот такую штучку для машины, опять-таки, это для батареи, чтобы ее заряжать как бы от себя, не знаю, короче, пусть будет. И взяла здесь, это, кстати, да, все пойдет мыться хорошенько. Эта штука стоила $13, это, я не знаю, как правильно называется, переносной телевизор с дисками. Сюда вот вставляете. Ой, блин, я его не... Ну, у него здесь зарядка, видите, как бы от машины. Но я думаю, у него провод такой. Легко можно найти в обычном магазине к обычной зарядке. В чем суть? В том, что вы просто ставите сюда диск и просматриваете. То есть все можно изменять. Экран у него даже поворачивается, короче, в разные стороны. Я погуглила, посмотрела, там такие варианты где-то стоят около $150. Такая, блин, беру, чтобы смотреть в спальне. И взяла большой нормальный. Нормальный CD-проигрыватель, да, как называется, DVD-плеер. Он здесь с HDMI, короче, вроде он такой более-менее навороченный, и у него были все провода в наличии, хотя это обычно, ну, такой геморрой. А сейчас пройдемся по дискам. Конечно же, Гарри Поттер и Философский камень, Гарри Поттер и Кубок огня, Гарри Поттер, нет, это уже Симпсоны, это Симпсоны, какой второй сезон? 5,99, там куча дисков, 4, по-моему. Это мой один из моих любимых фильмов. Похмелье, как это? По-русски как-то по-другому называется. Короче, очень крутое. Вот это захотела пересмотреть. Я давно об этом думала. И я не могла никак найти на обычных стриминговых сервисах. Поэтому такая, о, крутяк. Итак, еще Симпсоны. Тоже 5,99. Это третий сезон уже. Еще один мой любимый фильм «Знакомство с факерами». А это как бы вторая часть, еще первая, может быть, найду тоже. И последний из Гарри Поттера – это «Орден Феникса». 12,99 – это вот этот Тошиба. $5 – это, наверное, один из Симпсонов. 3,99 – это вот эта штука. 1,99 – один диск, 5,99 – вторые Симпсоны. Или что-то там. Короче, 1,99, 1,99, 5,99, 1,99, 5,99, 1,99. Так, а где 9,99? А, смотрите, мне вот это вышло вместо $10 всего лишь 5. Блин, я в шоке. Там у них есть какая-то акция, типа каждый день, видите, у них разные цвета на ценниках, и типа каждый день меняется какая скидка 50% на какие цвета. Блин, я в шоке, я что-то об этом даже не подумала.
Надо было еще технику брать. Шутка. А по итогу в магазине Goodwill сегодня потратила $54. Всем привет! Сегодня 7 число. Я ездила в магазин Walmart, чтобы купить 5 огромных галлонов воды, 5-галлоновых. А вот такой очиститель взяла, это рефил. У меня баночка есть, просто туда перелью. 2 вот такие штучки я каждый месяц прочищаю трубы, даже если они засорены, просто, знаете, профилактики. А вот такой джем. Это единственное, что я нашла более-менее органическое и полезное, здесь без сахара хотя бы. Еще взяла 2 буэна моих любимых. И увидела на кассе и повелась. Это Гарри Поттер, журнал с их 20-летием. Даже не знаю, что еще написано, немножечко почитала, там просто вроде описывается, как снималось, что-то такое. И он стоил аж $15, я такая, беру. По итогу рефил большой 6,97, 2 маленьких штучки по 98 центов, джем 3,24, 2 буэна за 1,08 каждая. Это журнал с Гарри Поттером 14,99, 1, 2, 3, 4, 5 галлонов воды. А, ну нет, их убрали, короче, неправильно здесь было посчитано. Вот здесь вот 5 они на воды, 5 штук. 9,75 все вместе вышло, и по итогу в магазине Walmart я сегодня потратила $41. Всем привет, сегодня 11 число, и мне пришло несколько заказов с Amazon. Взяла вот такую зарядку, это вот для того, что я покупала в магазине поддержанных товаров, чтобы заряжать от сети, от электричества нормального в квартире. Вот такой пульт, надеюсь, он будет работать с DVD. Посмотрю, если нет, то верну. Хотя он вроде бы как бы не подходит на самом деле, но посмотрим. И вот такой замок. Сюда можно, вот видите, он как бы кодовый, грубо говоря. Его на улице оставляешь, но вешаешь туда, вставляешь запасные ключи. И на всякий пожарный, короче, дополнительные ключи прямо около входа. Сегодня 12 число, я не держалась, ездила в магазин опять подержанных товаров в Goodwill. Нашла вот такую бумагу. Я буду делать альбом в этом году, поэтому мне она нужна. И несколько Гарри Поттера еще нашла. Это вот «Дары смерти» вторая часть. Это «Кубок огня». И я нечаянно обнаружила, что у меня уже есть такая. И про Азкабан. Вот такая. А, и взяла книжку, ну просто она бестселлер. You're a badass. Ой, смотрите, что в книжке нашла. Прикольно. На 99 центов стоила. То есть 99 это книга. И вот раз, два, три, три диска. И бумага. Для печати 2,50, я так-то она там $5 стоила, я там у них, короче, по значкам скидка, и получилось сегодня в магазине Goodwill я потратила $10. 13 число я не держалась и съездила в магазин Goodwill опять, чтобы купить, потому что я искала, это вот первую часть «Даров смерти» у Гарри Поттера, и последнее, что у меня не было, это «Chamber of Secrets». Тайная комната. А потом увидела еще вот такую штуку. Это, ну, просто шагомер. Я уже его надела сейчас. Вон, значит. Уже прошла 80 шагов. Мне кажется, прикольно. Я вообще как бы для тренировок его больше взяла, когда буду бегать. И увидела там прикольную штуку, вот такую. Это гид карманный для людей, которые в армии. Это их тренировки. Мне кажется, это прикольно, мне всегда было интересно, как это все происходит. А там еще попалось, ну, вместе как был набор, это наклейка на машину или на стекло, в общем, здесь написано «Proud parent of a soldier», то есть, как бы я горделивый родитель солдата, то есть, типа, ну, это очень круто здесь, если у тебя солдат кто-то в семье. И вот такой прикольный крит здесь. Кстати, вот в этом гиде он тоже сзади есть. И по итогу... А 3,99 это был браслет, 1,99 это DVD, и 99 центов это была вот эта штука. И по итогу в магазине Goodwill сегодня потратила $10. Сегодня 17 число, мне пришли открытки с Amazon. Они вот такие, здесь все штаты, кроме столицы Вашингтона DC. И здесь нарисованы такие картинки, как бы чем штат выделяется, и внизу подписаны самые большие города. И то есть прям это открытка-открытка, и моя идея X... путешествовать и отправлять из каждого штата.
И обошлось мне все это, подпишу внизу на сайте Amazon. А сейчас покажу покупки с 19 до, точнее, с 18 до 20 числа, потому что я сделала поездку, и тут как бы будет все вместе. А самое последнее, что я купила, когда уже ехала домой, это вот такую рыбку. И здесь вот таких еще 4 контейнера рыбки, они по разной цене, как бы, ну, разное наполнение. Это единственная рыба, которую мне очень нравится, и которую я... пока еще ем, так скажем, потому что я вот взялась все-таки за свое здоровье, за свое отношение к жизни и решила исключить мясо полностью, то есть прям вообще полностью, и взяла кучу, не такую большую кучу, это не настоящего мяса, то есть на сои. А, нет, это даже не на сое, не глютена, не ГМО. Не знаю, на чем это основано. И я знаю, что это очень вкусно, потому что многое, точнее, вот это я уже ела. Это мне по совету сказали люди, которые давно веганы. А вот такие штуки, это не для еды, конечно же. Это когда, допустим, мозоли на новых туфлях или еще где-нибудь, когда мозоли натираете вот в этом месте, вот эта штука помогает от них избавиться. Я думаю, она всегда будет, если что, под рукой, круто. А взяла еще малинку органическую, маленькие томаты черри, два напитка с протеиновых, потому что я мясо не ем, это фрукт панч, типа фруктовый удар, так скажем, просто послащенная водичка, а это типа йогурта. Взяла хумус, взяла обычный, взяла попробовать вот такой, ну, это хумус не мне, а вот этот мне органический, с лимоном, свеклой. Мне кажется, очень интересный вкус должен быть. Взяла немножечко хлеба вот такого с чесноком тосканского. И взяла пробиотический ее органический кокосовый йогурт без тоже какого-то молока или еще чего-то. 3 яблочка взяла Грэмми Смит и взяла соевое молоко органическое, не сладкое, от Silk. Здесь вон 7 грамм протеина на одну чашку. И вот чек. Соевое молоко 3,19, йогурт 5,49, хумус 2,09, органический хумус 2,99, ненастоящее мясо 7,99, который митболс по фрикаделек 5,49, наггетсы ненастоящие 7,49, и другое мясо ненастоящее 6,49. То есть, видите, основа вот этих, каждая, ну... Упаковка стоила почти под $10. А вода подслащённая с протеином 2,99. 2,19 штучка для ног, которая не съедобная, единственная. Вот, значит, это рыба, 4 упаковки, видите, они 4 разные, 6,50, 8,06, 7,80, 7,02. А 10,99 это та, которая в другой упаковке, в различающейся. Вот хлеб, значит... С чесноком $3, томаты 3,99, малина органическая 4,99, яблочки обошлись в 2,57, налог. И получилось, что сегодня в магазине Wegmans я потратила $105. И в другом магазине, в Giant, то, что осталось из съедобного. Это в такой соус терияки органический, не хватает его мне, органическое варенье. И без... Ненастоящие, короче, сливки, не настоящего молока из кокосового. Значит, получилось сливки 3,99, терияки 5,99, варенье 5,49. И я покупала одно яблочко там, которое уже съела, 95 центов оно мне вышло. Получилось в магазин Giant и потратила $16. И у меня здесь осталось немножечко молока из магазина Walmart. Я его покажу с чем-нибудь в другом чеке. Более-менее типа порядку, то был магазин, называется он West Gallery 57 West. Это было в Анаполисе, в столице штата Мэриленд. И я взяла там очень хорошие штуки. Это, значит, открыточка. Мне просто понравилась фотография, но я не хотела брать в большом размере. Она только была, вот видите, вот с таким щелкунчиком. Это вот такая... Это... распечатанная картина настоящая чувака, мужчины, который там был сегодня на кассе, они постоянно меняются, и видите, такая красота, это главное здание мэрии, и это тоже такие булочки, мне кажется,
очень красиво смотрится. А вот этот же мужчина нарисовал вот эту картину. Мне она сразу понравилась, я ее взяла. И я взяла огромную распечатанную фотографию. Она еще в этом, в пластике, не хочу пока снимать, пока нервничаю. Это, наверное, моя самая дорогая покупка для дома, ну, для украшения дома, так скажем. Картина стоила, вот распечатка, точнее, $80, а нарисованный оригинал $20. А вот такая вот открыточка стоила $2. Такая еще $2. И такая, это уже просто не открытка, а больше как поздравительная открытка. Ну, как бы двухсторонняя. Это стоило $6. Я никак не найду чек, поэтому подпишу цену внизу. Дальше будем проходить по Walmart'у. Не все сейчас смогу показать, потому что, вот, допустим, эта тарелка такая пластиковая за 50 центов. Она, ну, я использовала ее для еды. Здесь два переходника за 4,98 каждый. Они вот у меня, то есть 1 и 2. Дальше идет пита, которую я уже съела за 3,38. Дальше вот такая штучка, типа маленьких тарелочек таких, на которых можно писать. Их просто в рандомном месте можно повесить. Знаете, какие-то вот вдохновляющие цитаты или, может быть, что-то не забыть. Ну, стираешь, обратно пишешь. Мне кажется, очень прикольно. Всего за 4,08. А молоко, которое до этого, помните, показывала, 2,58. Взяла себе протеин за 16,98. Вот так он называется. И сейчас покажу. У него здесь, вот если одна ложка, то протеина 60%. Если две ложки, 120% от дневной нормы. Есть полторы ложки, и прям будет вообще шикарно. И дальше взяла вот такую штучку, 12,86. Я не знаю, как она называется по-русски. Ну, знаете, от ветра, типа, чтобы защищать. Либо можно вот на дверь, либо на подоконник, чтобы, ну, от окна не шел холодный воздух. У меня сейчас, когда холод, немножко страдает этого дома. Поэтому видела эту штучку, думала заказывать на Amazon, но увидела, что она есть в Walmart всего за 12,86 и взяла. Так вот, за эту ходку в магазине Walmart я потратила $52. А дальше я еще раз ходила в Walmart. И совсем немножечко здесь тоже потратилась. Взяла вот такие штучки 3,18. Это для рассадки семян. Я ими всегда пользуюсь, поэтому они у меня в ходу, так скажем. 3,48 нет картинки, но это вот такие перчатки. Мои красненькие, которые я покупала уже, ну, мне не нравятся, в ком они состоянии, взяла вот себе на замену. Кружка за $1, потому что это по большой скидке новогодней типа коллекции для Мюла. Мне очень нравится, мне кажется, даже как декорация, она красиво очень смотрится. И по итогу еще здесь, в магазине Walmart, я потратила $8. Также заезжала в Target, взяла за $5 вот такой диск, коллекцию семейки Адамсов, обожаю этот фильм. Так, второе, 5,99, это вот такой, это типа брелка с тематикой Гарри Поттера, конечно же. У меня есть какая-то штука, одна, по-моему, из коллекции или парочка. Сейчас посмотрим, кто там мне попался из путешествия. Ой, крутяк! Смотрите, я так хотела, я хочу его и хотела Волдеморта, и хочу профессора. В принципе, мне остальное вообще ничего не надо. Смотрите, какой хороший. Красота. Я, короче, счастлива. Ну и теперь память его на всю жизнь, что Волан-де-Морт у меня из поездки в Мэриленд. Получилось, что в магазине Target в этот поход я потратила $11. Во второй поход мне нужно было срочно, срочно нужны были женские штучки, поэтому взяла упаковку прокладок и взяла себе белый халат. Давно такой искала, хотела сначала от Calvin Klein, потому что мое любимое домашнее одеяние и нижнее белье, и
В итоге все-таки решил попробовать сначала таргетовское, просто Calvin Klein очень дорогой. А таргетовское получилось $30. Посмотрю, ну, померю его сейчас, попозже, завтра. И посмотрю, если что, в принципе, верну, как бы я здесь такая не уверена. И получилось, что халат $30, это, по-моему, прокладки $8. То есть получилось, что в магазине Target я также потратила еще, давайте скажем, $40. Даже не обошлось бы мой любимый магазин Dollar Tree. По итогу, что я взяла в такую упаковочную бумагу с просто с ночным небом, со звездами, мне кажется, очень нейтральной на дни рождения, допустим, упаковывать. Взяла вот такой типа ножик, точнее, здесь вот есть ножницы, открывашка для банок, что это? Скрюдрайвер, отвертка плоская, открывашка для бутылок вина, для подпиливания ногтей, крестовая отвертка и нож. Хочу просто кинуть в машину всякие пожарные, вдруг пригодится, допустим, ножницы, открывашка, еще что-то. $1, мне кажется, недорого. Взяла вот такую баночку, здесь семена клубники. Просто мне очень захотелось. Что если еще для семян, грубо говоря? Вот взяла 3 таких контейнера, проделаю в них дырочки внизу, и в них очень удобно сажать какую-то мелкую рассаду, просто огонь. А в других магазинах, в профессиональных, очень дорогие такие контейнеры. И взяла здесь кучу семян. У меня почему-то не растут огурцы, надеюсь, просто они ждут теплого времени суток, но всякие пожарные. Взяла вот еще вот такой огурец национальный. Ну, как бы вот National Pickling. Взяла вот такой манчер. Видите, они разные сорта. Взяла горошек Little Marvel. Такой горошек Аляска. Взяла попробовать еще пару подсолнухов Mammoth Russian. Видите? Взяла еще корм, у меня тоже почему-то не вырос, может быть, кукуруза, может, она будет все-таки так получше расти, не знаю. А еще один горошек, это самый популярный здесь, это Sugar Snap, сладкий, короче. Взяла еще также вот такую штучку, это для пересадки хочу своего цветка, хочу, чтобы он был в прозрачной, чтобы видеть, как у него корни растут, и проделаю тоже пару дырочек, ну, знаете, чтобы вода стекала, и, мне кажется, очень прикольно будет. Взяла еще вот такие спицы пластиковые для вязания 5-миллиметровые, почему-то мне такая, думаю, блин, интересно, помню это, как делать или нет, просто для прикола, мне кажется, ничего страшного, и взяла пробовать, ну, сами нитки, на чем, в принципе, мне их и пробовать вот эти штуки. И получилось, что вот, значит, что, магазин, кстати, доллара, тут большой был такой прорыв, что они 1,25 добавили в свои товары, то есть теперь вместо доллара все там будет в магазине 1,25, хотя магазин называется доллар 3. Но некоторые товары вот 25 центов, потому что, ну, это семена, они типа очень дешевые. И получилось, что в магазине Dollar Tree я потратила $14. Самое интересное, это еще кое-что. Это уже больше сувениры. Это из музея про железные дороги. Взяла вот такой магнитик. Я в блоге говорила, что мне не очень понравился там ассортимент. Это магнитик не очень нравится, но все-таки надо. Надо. Взяла свою любовь, тоже стараюсь всегда брать. Это значок. На одежду или вообще куда-либо. Просто такой вот. И вот такая вот одна открыточка. Самая нормальная там была. И по чеку получилось 3,50 это значок, 3,95 это магнитик, и $1 это открытка. И получилось, что в этом магазине я потратила $9. И плюс здесь же я потратила еще $20 за вход в музей. И также из Форта Генри, Макгенри, взяла, как всегда, открыточки. 3 вот таких. Очень красивые. Это я отправлю родным. И парочку побольше. Чуть-чуть вот таких взяла. Ну, тоже, естественно, с видом. И вот такую. Взяла еще наклейку. Наклею, скорее всего, на машину. Мне кажется, очень прикольно. Взяла, конечно же, значок.
Так он выглядит. Тоже, видите, это, ну, пятиконечный, это как сам порт. Вот такую ручку взяла за 3 доллара. Она, видите, кораблик двигается, типа нападают британцы на форт, а они отбиваются. Вот теперь я прекратила войну, они отходят назад. Обязательно взяла, очень понравился такой вот брелок. Он с, тоже, конечно же, с фортом, с американским флагом, звездой и с пушкой, кэноном. Взяла, почему-то захотелось мне такую миниатюрку самого форта, типа Лего, давайте скажем, наверное. И взяла 2 магнитика. Здесь мне понравились оба. Вот такой и вот такой. А если проходиться, то 8.95 это вот типа Лего, который... А ручка 3.96, брелок 5.95, а 3.95 это значок, 2.50 это магнит, 1.95 это второй магнит, 3 доллара стикер, который хочу прилепить на машину, 3 штуки по 20 центов это маленькие открыточки, и 2 по 95 центов это те, которые побольше. Получилось, что в магазине Форта МакГенри я потратила 35 долларов, и еще я купила... годовой абонемент на проход в национальные парки. Вот так выглядит он. На него потратила 80 долларов. Последние, 2 последних магазина это покупала. Купила обувь. Магазин называется Rock Room Shoes. Вот такую пару, потому что мне моя уже не нравится, она неудобная. Вот такую пару, она очень приятная. Это какая-то замша, наверное, полузамша. Но у нас нет таких особо грязей, поэтому нормально. И взяла вот такие отвратительные, да-да-да. Это Bear Paw. Просто типа тапочек. Они, конечно, прям очень... У меня еще размер такой прям большой. У меня когда 8, 9 это единственное, которое там оставался. Но они очень удобные. То есть просто прям взял ногу, туда сунул и пошел. Мне кажется, они тоже замшевые. Я их буду использовать чисто, ну, когда вот на доставку, допустим, работаю. Или еще где-то, чтобы особо их тоже не грязнить. И там была акция. Покупаешь одну пару, вторую получаешь за 50% в половину цены. И получилось, что какая-то пара мне... Какая еще интересно. Обошлась в 70 долларов, 69,99. А вторая обошлась в половину цены, то за, вместо 60 за 30 долларов. И получилось, что в магазине вот в этом я сегодня потратила 100 долларов. И вот самая дорогая покупка в эту поездку обошлась мне. Взяла себе Michael Kors рюкзак. Вот такой модели... с двумя кармашками, мне кажется, должно быть удобно. Мне сестра дарила на Новый год, он чуть-чуть поменьше, тоже кожаный, от Asos. Шикарный, ну вот только за исключением того, что когда я беру с собой что-то покушать, у меня зачастую занимает очень много места, мне приходится что-то нести в руках, а я очень сильно этого не любитель, поэтому вот чуть-чуть побольше, мне кажется, вот это должно хорошо с этим справиться. И по итогу там была отличная на него скидка. То есть так он по себе стоил 400 долларов, 398, огромная скидка. И получилось, что я за него заплатила за всего лишь 127 долларов. Осталось 2 небольших магазина. Так, человек с другой стороны показываю. Это магазин называется Claire's. А здесь я купила несколько пар сережек. Точнее, 6. Но здесь вот 3, правда, в наборе. Это вообще клипсы просто. Перевернула, но, в принципе, разница от них небольшая. А у них просто была акция, покупаешь 3, берешь 3 бесплатно. И вот самые дорогие 3 за 10 долларов каждый мне вышли в полную цену, а остальные там поменьше цена, вот 8,79, 5,99 и 5,99 обошлись бесплатно. И получилось, что в магазине Клэрса сегодня потратила 31 доллар. И, конечно же, я вообще ехала туда за... тем, чтобы посмотреть, что есть в The Cosmetic Company Store. Вы знаете, это мой любимый магазин. В итоге нашла вот такую палетку. Точнее, это не палетка, это вот такая штучка для рефилов мака. Тенюшек от мака, однушек. И взяла сразу 2 штуки, которые я мои, самые ходовые, я бы сказала. В путешествии будет очень удобно брать. Первый — это обычный, плохо видно, конечно, цвет вот здесь,
поставлю просто обычным цветом, короче, самый нейтральный. И второй взяла тоже один из моих любимых. Именно не уверена, что вот именно он мой любимый, просто по цвету очень-очень похож на мои любимые оттенки. И мне дали в подарок два каких-то средства вот таких. Ну, бесплатно всегда круто. Получилось, что тенюшки стоили по $5 рефилы, а сама основа как бы под них стоила 3,60. И получилось, что сегодня в магазине для косметики Company Store я потратила $15. 24 число я ходила в магазин Walmart, чтобы купить 3 упаковки молока с протеином. Ну, там большое количество протеина, особенно вот в этом. А 2 упаковки малины купила, такой большой, голубики. Это органическая арахисовая паста. Увидела по распродаже, там какой-то по $6 всего. Был такой коврик для йоги, и он с позами самой йоги, то есть, ну, как бы удобно, чтобы не вспоминать, допустим. И взяла вот такие еще спицы себе. У них вот такой вот размер. Да, конечно, вот. И сейчас покажу по чеку. А вот, значит, молоко вот так, кокосовое 2,78, где много протеина 3,97, волмартовское органическое 2,26 попробовать взяла, пасту 5,47, спица 3,48, малина 4,88, вторая малина 4,88, коврик 6, голубика 4,24. Посмотрим, сколько коврик так-то в оригинале стоит. А в оригинале стоит, видите, $10. И по итогу сегодня в магазине Walmart я потратила $39. Взяла еще в Michaels, взяла вот такую пряжу, хочу связать себе плед. И под них нужны были специальные спицы, ну не специальные, просто другой размер. Взяла 6,5 миллиметра, такие симпатичные. Еще видела по скидке там было, это такой набор карточек. Ну к Новому году все распродают. Потому что после Нового года уже. На следующий год будет круто. И увидела вот такие наклейки, что вообще шикарно, когда путешествуешь. Здесь просто все штаты, допустим. Ну и как-то обозначать, мне кажется, будет очень круто. И по итогу вот получилось, что, значит, наклейки $1.50 мне обошлись. 3 пряжи обошлись 23,97. Каждая за 7,99. По оригинальной цене, давайте скажем. Да, наверное. Там просто какая-то скидка вон еще. Значит, спицы 5,90 обошлись, ну там по скидке обошлись 4,72. А нет, это наклейки обошлись в 4,72 вместо 5,90. И спицы обошлись в 4,40 вместо 5,49. По итогу у меня вот скидка составила почти $13. И получилось, что в магазине Майкл сегодня потратила $35. Также, конечно же, не могла не заехать в магазин Доллар 3. Взяла вот такой поднос для выпечки. Хочу заменить свой старый, выкинуть. Эта штучка, хочу, чтобы томаты росли вот по ней. Взяла, видела, да, такие малюсенькие пряжи по сравнению с теми, видите, какие. Это чисто, знаете, такой, типа, накидочку хочу сделать на диван. Маленькую-маленькую прям. На поручень дивана. Видела вот такие штуки. Что-то мне очень понравился цвет. Не смогла пройти клипсы на ногти. Это такие хуки. Хуки. Вот такие прозрачные вешалки. Хочу повесить картины. Не знаю, есть ли это гелевые кушоны, как бы они называются, здесь одна пара, и у меня это получилось две. Как бы я взяла, у меня, когда у вас побаливает, знаете, можно подложить, и должно как-то работать. Не знаю, я очень надеюсь. Взяла 3 разных тунца в баночке небольшой с крекерами, очень вкусный на перекус. Взяла 3 энергетика, я забыла, какие вкусы мне нравятся, и пытаюсь теперь найти их. Лисоль до этого называла его. Это для очищения, для дезинфекции всего, что можно. Взяла такой чехол прозрачный на телефон, хочу заменить. Взяла такой магнитик с Philadelphia Eagles, это наша футбольная команда. И взяла вот такую штучку, это чехол на камеру, для камеры, на которой я сейчас снимаю. И там было несколько дисков, и я решила взять вот Mr. Show, Ride, терминал. Конечно же, я никогда ни разу не смотрела полностью вообще это. И вот, мне кажется, сейчас время. «Властелин колец». И здесь какая-то игра с Гарри Поттером. Я не знаю. В общем, это все было в магазине Доллар 3, но у него повысилась цена. И теперь каждый товар стоит 1,25. И по итогу за вот это все, давайте посчитаем, сколько товаров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. И по итогу за 25 товаров я потратила $33.25. Всем привет, сегодня 28 число, я ходила в магазин Акме, чтобы купить органическую малинку, клубничку, и захотела что-то мороженое вот такое с малиной, когда ты раздираешь верхнюю штучку шоколад. А получилось, что мороженое 4,59, клубника 10,99 и малина 4,99. И по итогу в Акме я сегодня потратила $21. Сегодня 31 число я заходила на почту, взяла 20 международных марок для отправки открыток, писем и прочего. Каждый стоил $1.30. Получилось, что не в магазине, а на почте я потратила сегодня $26. Итак, ну вот и все. Видео подошло к концу. Получилось немного больше, чем в прошлом месяце. Меня это немножечко расстраивает, но ничего страшного. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Я постараюсь как-то более-менее экономить в феврале месяце, но меня ждет очень интересная покупка, поэтому обязательно-обязательно подпишитесь. И не забудьте подписаться на мой инстаграм, будет где-нибудь здесь тоже. Там в реальном времени мои путешествия, куда я езжу, как немножечко просматриваю Америку, поэтому там тоже очень много интересного контента. И еще раз всем большое спасибо за просмотр, всем отличного дня и всем пока-пока!